время все. Цепляется, да? 160. Акимат, пропускай этого КАМАЗа, ну его нам. Пропускай его, пускай идем. Идем 160. Да. Сейчас КАМАЗ делает как снижать, смотри, хуярит. The winner of Dakar 2013 rally. Чемпион России по ралли-рейдам Эдуарда Николаева. Russian champion of rally race Edward Николаев. Автомобиль разработан спортивной командой KAMAZ.Rally. Движение по тяжелому внедорожью в любых климатических зонах. All parts of terra, different climatic zones. Мощность машины 1050 лошадиных сил. Equipped with a 250 horsepower engine. Максимальная скорость 160 км в час. Maximum speed 160 км в час. Разгон с места до 1000 км в час. Осуществляет за 11 секунд. 11 секунд. Команда КАМАЗ Мастер основана в 1988 году. Единственная в России заводская команда, успешно представляющая страну в мировом автоспорте. Является многократным призером и 13-кратным победителем супермарафона «Дакар». 13-time champion of the Dakar Rally. И заслуженно занимает лидирующее место в мировом рейтинге автомобильной команды. А вот теперь внимание, КАМАЗ проходит 5-й годовой.
Сегодня в составе команды КАМАЗ.Мастер полностью сформированы из КАМАЗовских спортсменов 5 обладателей Кубка мира. 15 мастеров спорта международного класса. 11 заслуженных мастеров спорта России. 14 мастеров спорта. Процессов производства. Отдел маркетинга и производственный цех. С момента основания команда выступает только на отечественных автомобилях. А теперь внимание! КАМАЗ-мастер преодолевает трамплин! Прекрасное прохождение! И вот теперь машина КАМАЗ-мастер проходит участок препятствия лестница легко и непринужденно. Это КАМАЗ-мастер. Итак, с момента основания команды выступает только на отечественных автомобилях. So since its conception, the team has always been using domestic produced популяризируя российский автоспорт. Popularizing Russian autosport и продвигая на мировом уровне отечественную технику. And advancing Russian produced equipment of international standards. Вот еще один раз, внимание! Вот это прыжок! What a jump! Основные соперники команды на международные соревнования. Вот уходит через колейный мост команда КАМАЗ-мастер.